июля 2013 года, значит, в 8:10 поступило сообщение о пожаре в квартире города Нефтекамска. Значит, по прибытию и при проведении проверки было установлено, что пожар возник на кухне квартиры, значит, в результате вспышки паров горючей жидкости бензина, значит, которую хозяева квартиры переливали из одной емкости в другую. Значит, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также назначается пожарно-техническая экспертиза. А в результате пожара один человек получил термические ожоги, значит, и в настоящее время госпитализирован в ЦГБ города Нефтекамска.